И снова всем здравствуйте. А мы снова дала дом. Опять копаю. Зашел вот в кустики. Рядом с домом недалеко. Время убивать надо. С пользой дело для себя. Вот тут я. Такой камушек мне здесь попался. Вон какой. Вот такой вот булыжник. Нормальный? Ну, я думаю, да. Думаю, проверю я его в круговую. Подхожу. МДшка поймала моя. Будем делать, посмотреть, что там творится. Поехали. Сейчас зайду, посмотрю. Все покажу. Так, ребята, вчера копали мы. Друга вызвонил. Один не справился. Выкопали вот такое, вот смотрите. Я думаю, двухтавровая балка. Это оказался рельс. Но он не один. Там их два штуки. Вот сейчас мы будем пробовать их оттуда трелевать. Что у нас из этого выйдет? Не знаю. Поперли. Не прошло и два часа, как эти два чудика, вот один чудик, вот второй чудик. Вот они тут дал два штуки вот этих, да, которые долбят все. Азарт. Мы ее выкопать не можем. Вот тут полтора метра. Вот два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 метров, а она еще там стоит. А у нас вот так вот получилось. Ну как получилось, так получилось. Будем добывать. Ну вот что на ней написано. Тут что мог отбить. Имени Сталина. Кам. Две. Одна М вроде. Там. Там. 38. А это наши диски были. Вот такая вот канитель. Семьдесят. 125 и высота полки от подошвы до шейки 140. Ну вот такая красота у нас получилась. В общем, отрезали мы полтора метра. Поехали сдавать. Нам говорят, цена упала 9 рублей за килограмм. А так как полтора метра, только по 9 рублей. У вас получается 5А. Напополам распилите. Говорят нам, напополам распилите, будет 3А. Примем по 14 рублей за килограмм. Достали болгарку, начали пилить. Не допилили, болгарка, бум, взорвалась, короче, сгорела. Поехали вторую, привезли, распилили. Дали нам 1000 рублей за эти полтора метра. Вот приехал, посмотреть, что здесь делать дальше. А что здесь делать, сейчас покажу, смотрите. Вот, она тянется. Полметра под землей. Тут вот такой вот огород нагородили. Корешки.
корешки. Не то, что корешки, вот которые корешок мне приезжает, помогает. Это корешок. А это просто корешки, они нам не помогают. И вот тут метров 12 уже с лишним. Она сегодня. Ну, будем думать, что придумать. Еврей сказал, из безвыходного положения есть два выхода. Вот надо их искать. Продолжение эпопеи с рельсом. Приперли сучку, вбили лом, зацепили рельсу. Будем делать, вытаскивать, пробовать. Если получится, мы молодцы. А если нет, то мы то совсем не молодцы. Как всегда. Как всегда. Ты доволен своей продукцией? Не продукцией, а своим изобретением. Не очень. Не очень, я тоже. Ладно, будем пробовать. Домкрат у нас вот такой вот здесь. Вот такой домкрат поставили. Сучка не вытянула. Не хочет. Вот зубилом прорубил. Маленько. Сейчас попробую кувалдой. Вот полоска видно, да? Это зубилом. Тут насечку сделал чуть-чуть. Ну, сколько дотянулся. Попробую кувалдой бить. Ну вот мы и пришли. К своему камню. А рельсы нашей нету. Ни одной, ни второй. Тут, видать, появились предприимчивые люди. Ну, это, скорее всего, предприимчивые крысы. Они быстренько здесь загнали спецтехнику. Навели здесь вот такой вот марафет. Вытащили наши рельсы. И умыкнули их. Вот и все. Зря мы тут и копались. Долбились, мучились, полтора метра всего сдали, отрезали. Все, вот такой вот финиш получился. Сказать, чтоб руки у них отсохли, не отсохнут. Крыс надо наказывать, вот только как. Ну да бог им судья. И там столбик наш они тоже выковырили. Вот так примерно. Как говорится, в большой семье не щелкать. Вот такие делишки наши скорбные. Позвонил другу на работу. Он на работе был как раз в ночь. Чувак тоже расстроился. Голова, говорит, разболелась. Ну ничего. Будет и на нашей улице праздник. Крысы, они и в Африке крысы. Ну а мы продолжаем, пока суть до дела. Ну украли, да украли. Что теперь сделаешь? Там он опять железяка какая-то хорошая торчит. Буду долбить. Посмотреть, что там есть. Ну вот, докопался. Теперь я знаю, 100 пудов это цепь. У него такие звенья толстые. Я сейчас попробую привязать что-нибудь. И попробую ломиком вытянуть ее. Длинная, не длинная. Узнаем позже. Или брошу так же. Все, брошу и уйду. Шевелится. Вылазь давай. Цепочка. О, как раз моя порвалась. Выходи, подлый трус Леопольд. Неудобно и камеру держать, и это.
Ну ладно, выкорчу и покажу. Ну вот такой кусочек у нас уже на улице. Дальше будем рыть. Погнали наших городских. Да, пацаны, у нас копать это не в центральной части России. Я там песочек кругом посмотрел на лопату. И она сама в песок воткнулась. Здесь нет такого, здесь надо... Ой-ой-ой. Вот так примерно. Она еще ниже уходит. Грунт конченый. Будем рыть. Ну вот, братцы кролики, победил дедушка эту канитель. Все, моя цепочка. Мне теперь ее носить. Сейчас повешу ее на шею. Бля, не унесу я ее, короче, не смогу. Не буду я ее вешать на шею. Я лучше свою отремонтирую. Не знаю, сколько времени прокупал. Сейчас скажу. Ё-моё. Что-то не получается. Не знаю, сколько времени прошло. Ну, короче, я что-то это, маленько вспотел. Ну и получилась ямка здесь небольшая такая. Сейчас все покажу. Фух. В перчатках не работает это. О, вот такая лунка получилась. Вот оттуда, там конец. Здесь я, естественно, ее уже засыпал. Здесь сколько было, где-то сантиметров 60, может 70. И вот минут 30-40. Короче, у меня осталось 3 урока. Пение, рисование и труд. Труд уже прошел. Осталось нарисовать еще что-нибудь, а потом уж спеть. Да. И поглядываю на свои рельсы, которые здесь лежали. Короче, нас наказали 1015. По 12,5 метров каждая. 25 метров рельса. Вот и все. Дальше буду искать что-нибудь.